Новый год не за горами, а значит, Дед Мороз вовсю готовится к этому празднику. У нас в Свердловской области живет его брат Урал Мороз. И я решила на один день превратиться в Снегурочку, чтобы посмотреть, как зимний волшебник готовится к празднику. Ух, ну что, пойдем искать Урал Мороза? Здравствуй, Урал Мороз! Расскажи, что ты тут делаешь? Приехал я в село Нижней Таволги посмотреть, как они готовятся к Новому году. А известно это село своими гончарными мастерскими. А сейчас что ты делаешь? Ой, а сейчас я хочу отчеканить одну монетку. Называется она «Один таволжек». Урал Мороз с азартом поднимает молот, чтобы создать местную монету. У таволжка даже свой курс имеется. Один равен 200 рублям. Дальше мы идем в гости к местным мастерам. Убедиться, что глина не засыхает, а гончарный круг не стоит без дела. Чем это ты тут занимаешься? На гончарном кругу делаю глиняные изделия для внучков и внучек. На Новый год подарки. Семья Масликовых уже 6 поколений работают с керамикой. От добычи глины в реке до ее превращения в чайник все делает Сергей своими руками. Теперь уже практически в каждом доме Свердловской области можно найти посуду, созданную таволжскими мастерами. А в этой мастерской чем помощницы мои занимаются? А тут, Урал Мороз, подарки помощницы твои лепят вручную. А вот и символ Нового года – петух. Мастерицы за один день вручную могут сделать около 100 игрушек. Мы с Урал Морозом решили им помочь. Правда, впервые взяв в руки глину, красоты не слепить. Зато детей, которые попадают сюда на мастер-класс, от глины в прямом смысле не отлепить. Если только не заманить их в другую мастерскую, где живет Зимушка. Здравствуй, красавица! Здравствуй, Урал Мороз! Чем это ты тут занимаешься? Ты у нас ходил в мастерскую, посмотрел, как мы делаем наши игрушки, а здесь мы с ребятами их расписываем. Ох, отлично! Можно и мне попробовать? Конечно! Присаживайся со мной! Оказалось, разрисовывать Мороз может не только окна в квартире, но и керамические изделия. Несколько минут, и игрушка на елку готова. В гончарной мастерской маленькие гости не только лепят из глины игрушки, они попадают в настоящую сказку. В этом дворе их поджидает в избушке Баба-Яга, а где-то за калиткой прячется Кощей. Но мы решили их не будить до зимних каникул. Спасибо вам большое, что показали, как работают ваши мастера. Дед Мороз, тебе понравилось здесь? Конечно, понравилось. Я это место одобряю и всем советую. И оставляю здесь свой знак. Этот знак зимний волшебник оставит в тех местах области, где детям точно не будет скучно. Учитывая авторитетное мнение Урал Мороза, можно составить беспроигрышный маршрут в январские праздники.